Стабильное энергоснабжение и автосообщение. В Эквикиноте продолжаются работы по установке новых опор линии электропередачи до национального села Амгуэма. А в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ведется ремонт участка региональной трассы Эквикинот-Мышмита. О реализации этих важных для округа проектов материал Анны Мартяшкиной. И таких теперь не один десяток. Современные, прочные, надежные чукотские энергетики работают на этом объекте уже не первый год. Прежние опоры веры и правды отслужили полвека, и в 2016-м часть из них не выдержали натиска стихии. Вблизи поселка Эквикинот в октябре несколько конструкций смыло паводком, а уже чуть позже на участке трассы Эквикинот-Амгуэма сошла лавина, которая привела к обрушению опор, оставив без света поселок. На территории муниципалитета тогда был введен режим ЧС. Восстановительные работы длились несколько дней. Теперь такого произойти не должно. Самое проблемное место у нас всегда перевал, потому что весенний период – это и лавина опасна, и не всегда есть возможность энергетикам добраться для ремонтно-восстановительных работ. Поэтому опоры усилили. Ну, надеемся, что, ну, скажем так, осенне-зимний наш период произойдет без вот чрезвычайных ситуаций. Новые опоры ставили по особой технологии. Вначале вбивается металлический стакан, который уходит глубоко в мерзлоту, затем уже к нему закрепляли саму конструкцию. Прослужить они должны не меньше своих предшественников. На сегодняшний день опоры ЛЭП обновлены до 43-го километра трассы Эквикинот-Амгуэма. Тяжелая техника сейчас часто встречается на дороге. Машины снуют туда-сюда, доставляя рабочих и строительные материалы. В этом году на главной автомобильной трассе Ультинского района Эквикинот-Мышмита проводятся работы по ремонту участка. Эта дорожная артерия имеет региональное значение. Она очень важна для местных жителей, так как обеспечивает круглогодичное сообщение между населенными пунктами. Также ремонт дороги продолжается. Мы видим, что дорогу приводят в нормативное состояние. Вот поэтому, ну, и надеемся, что и в дальнейшем дороги будут уделять больше внимания, потому что на самом деле есть и обращения от жителей и Амгуэмы, и Эквикинота, кто ездит на Амгуэму, что, конечно, дорогу нужно ремонтировать. И, конечно же, надо больше предусматривать финансирование для ее ремонта, потому что дорога действительно местами не в очень хорошем состоянии. Нынешние работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчику Чукотской торговой компании необходимо привести в порядок более 2,5 километров. На сегодняшний день уже произведена укладка водопропускных труб, осуществлена отсыпка более 50% земляного полотна. Завершить ремонтные работы на дороге планируется до 10 ноября этого года. Всего с начала реализации проекта 2019 года на территории округа было отремонтировано 10 участков автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 12 километров 200 метров. Анна Мартяшкина, Арсений Гусев, Вести, Чукотка.